Что это я сделала? Какая-то адская машина, кажется, она завелась. Что должно произойти? Непонятно. Ладно, попробуем вот так. Может быть, вот так повернуть? Пока не получилось. Получилось! Отлично! Ну что, двигаемся вперед, гибки. Кажется, мы избавились от этих ужасных шипов. И можем двигаться дальше. Что это такое? Косточка! Отлично! Мы можем полакомиться! Куда это мы спускаемся? Похоже, мы идем в подземелье. Хотя нет, вроде бы не похоже на подземелье. Но какая-то странная растительность. Понятно. А здесь, похоже, Мимпи нам придется поплыть. Хотя нет, мы можем двигаться вот по этим листикам. Да уж. Какая-то улитка странная там. Интересно. А, ну да, похоже на меня. Ай, кажется, я провалилась. Мне надо было вон туда прыгнуть. Может быть, этот цветочек мне поможет. Да, чудесное тут растение. Какой-то заколдованный мир. Ну ладно, попробуем. Эй, ничего не нажимается. А до туда я не допрыгну, я же утону. Ура, Мимпи, молодец. Ну вот, отлично. Тут еще какое-то растение. Попробуй-ка я забраться вон туда повыше. Может быть, мне нужно вот на эту веточку? Так, отличненько. А теперь мне нужны косточки. Вот так. И вторую косточку. Ну ладно. Идем дальше. Кажется, здесь ничего нету. Даже сюрпризиков мне не оставили. Ну вот. Какие-то жадные тут жили. Все, я вижу разлом. Какая-то точка интересная тут. Может быть, она мне поможет? Попробую-ка я на нее прыгнуть. Давай, Мимпи. А что там появлялось? Там появлялась какая-то пещера. Ой, хотя это не пещера. Это какой-то овощ. Похоже, это... Это и то, что я думаю, что ли? Это баклажан, что ли? Мы попали в какой-то овощной мир. А это что за цветы с шипами? Мимпи, берегись. Косточка, только не торопись. Ай, ай, сзади шипы. Вот это да. Какое-то заколдованное место. И очень много... Что за музыка? Кто это? Вы слышали что-то? Я что-то слышала. Мимпи, кто-то идет. Ребята, а давайте проверим, кто из вас сегодня самый быстрый. Кто успеет за 5 секунд поставить лайк и подписаться на наш канал. Итак, время пошло. Если ты успел, ты большой молодец. Будь осторожна. Растения шевелятся. А, это растение батут. Прикольнее. А здесь как проходить? Ай, ну зачем же ты? Подожди, нужно убрать вот эти шипы. Так, отличненько. И движемся вперед. Вот так, замечательно. И мы... Это кто? Вот это чудище. Я не знаю, что это, но это... Нет, зачем ты туда прыгнула? Ай, глупая собака, ну ты чего? Похоже, как-то нужно, может быть, их накормить, чтобы они закрыли свои пасти. Как вы думаете, ребята? Я думаю, что-то должно упасть на них. Они закроют, ну и мы по ним быстренько пробежимся. Надо подумать, может быть, что-то здесь нажимается или надавливается. Мимпи, не скучай. Подожди, нам нужно решить головоломку. Что же здесь будет? А, нет, стой! Ух
ты! Она закрылась! Ага, отлично! Все, мы разгадали эту тайну. В общем, нужно прыгнуть, потом вернуться. И вот эти вот раковины какие-то, похожие на крокодилов, закроются. Отлично. И мы можем двигаться дальше. Только опасайся жидкости, которая падает сверху. То есть капает. Похоже, это какая-то непонятная жидкость. Возможно, это кислота. Соберем-ка косточку. Ну вот, молодец. Да уж. А это что за такое? Он надулся! Мама, помогите, спасите! Ага, еще одна косточка. Ну ладно. Как-то мне не по себе. Я не хочу идти дальше. Ты чего рычишь? Я тоже не хочу идти дальше. Ну, как-то же нужно добраться до дома. Осталось совсем чуть-чуть, я чувствую, Мимпи. Давай. Так. Вот так, отлично. Это что за гигантская божья коровка? Она шевелится. А что нужно с ней делать? А внизу шипы. Давайте-ка ее покормим чем-нибудь. На, кушай, кушай, только нас не трогай. Пожалуйста, почему-то она не реагирует. Видели? Я нажала на кнопочку, и она закрыла. Что происходит? А я не знаю, что делать. Может быть, еще разочек нажать? Вылетает. Она это специально, что ли, делает? Вылетают какие-то мухи или пчелы, или непонятно кто. Но для чего? Ай, нет, Мими, ну ты чего? Ну подожди, ну мы же еще не все сделали. Мы же не поняли, как дальше идти. А, глупая собака. Стой, стой на месте, пока я тебе не скажу идти. Стой на месте. Так, вылетают какие-то пчелы. Их очень много, и они не заканчиваются. Почему? Очень странно. Я поймала одну пчелку, ребята. Похоже, вот сюда нужно поймать пчелок. Ну или кого-нибудь. А что произойдет? Даже две пчелки мы поймали. Нет, Мимпи. Ай, все, я пропилилась. Ну почему ты не ждешь, пока я тебе скажу? Стой. Все, стой. Ну вот, теперь нужно начинать все заново. Опять ловить этих ужасных мух. Так, сказано тебе было стоять. Никуда не двигайся с места. Эх, не получилось. Надо еще. И... Сейчас ловим. Эх. А что произошло? Смотрите, ребят, шипы исчезли. И мы можем двигаться дальше. Надеюсь, она... Ай, Мимпи, ну ты чего? Кашу, что ли, мало ела? Ай, ну почему ты? Ну почему ты такая? Даже запрыгнуть не сумела. Да уж. И это что, не путь домой? А я думала уже все. Я думала, это божья коровка, это какой-то босс. И мы уже выиграли. Нет, ну похоже, что-то нас ждет еще впереди. Ну ладно, посмотрим. Пока мы продвигаемся куда-то наверх. По непонятным кирпичикам. Так, еще кирпичик. Там рыбка плавает. Какая-то смешная. Вы видите, ребята? Да тут них несколько. Ну ладно. Интересно, они нас могут съесть? Ну ладно, попробуем. Какая-то странная музыка. Она предвещает какую-то опасность. Похоже, эти рыбки совсем не милые, и они нас могут кушать. О, нет. Ладно, попробуем еще раз. Еще одна попыточка. Давай. Рыбка, появляйся. И мы быстрее прыгаем. Есть, вот так. Отлично, молодец. Эй, рыба, ты где там застряла? Ай, вот, отлично. Ну все, теперь еще разочек. И я надеюсь, они-то не будут падать. Бежим. Ай.
дальше, куда надо было прыгать? И пока не понимаю, что там за существо было какое-то странное. Может быть, нужно было постоять и разгадать, они тонут. Ребята, а это что за существо? Ай, мне страшно. Какой-то странный зверь, он рычит. Вы смотрите? Или это мелкий рычит? Нет, это зверь рычит. Зверь. Это босс. У него в ушах какой-то непонятные беруши какие-то стояли для ушей, чтобы его никто не беспокоил. Ну, спасибо тебе, вот он нам тут. Это что, его зубы, что ли? Мы по его зубам прыгнули. Рыбка, давай. Подожди, Мимпи, сейчас она появится, и ты можешь прыгнуть. Давай. И, отлично. Ну вот. Ну, в общем, совсем даже не страшно. Прикольненько. Стоп. Что это за рычажок странный какой-то был? Включилась какая-то музыка. Вот это агрегат! А что с ним нужно делать? Может быть, на кнопочки нужно нажимать? Повеселиться? Вы тоже это видите? Это какая-то собака странная. Интересно, она добрая или злая? А, похоже, если мы сыграем плохую песню, мы можем ее разозлить. Пока она только над нами смеется. Ну да, неважно из нас музыкантики. Сейчас попробуем еще понажимать.